Ежедневно проводится мониторинг обстановки в лесах края с помощью спутника. Также ведется наземный мониторинг по утвержденным 342 маршрутам патрулирования. Круглосуточно работает диспетчерский отдел Краевого лесопожарного центра и диспетчерские службы 10 его филиалов пожарно-химических станций. О возгорании можно сообщать круглосуточно по телефону Краевого лесопожарного центра или на единый федеральный номер 8 800 100 ровно 9420. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц это 5000 рублей, для должностных до 40 тысяч, а для юридических лиц до 500 000 рублей.